Привет, меня зовут Кузнецов Алексей. Я ученик 2 А класса школы номер 82. Сегодня я расскажу про магию воды и проведем несколько интересных опытов. Вода – драгоценный дар природы, обеспечивающий жизнь на Земле. Нет вещества более удивительного и загадочного, чем обыкновенная вода. Ее свойства не подчиняются закономерностям, присущим большинству окружающих нас веществ, что вызвано уникальностью строения молекул воды. Вода принадлежит к единственному веществу на нашей планете, которое в обычных условиях температуры и давления может находиться в 3 фазах – твердый, жидкий, газообразный. Сломанный карандаш. Простой опыт, который демонстрирует преломление искажения изображения в жидкости, помещаем карандаш в бокал с водой. Погруженная в жидкость часть изделия будет казаться деформированной, отчего наш карандаш выглядит сломанным. Удивительно, не так ли? Возьмем 3 стакана и в них нальем разное количество воды. Аккуратно стукнем по стаканам. Можно услышать, как звучит вода. Одни бокалы поют высоко, а другие низко. Для этого опыта нам понадобится 2 стакана с водой, 2 яйца и 3 столовых ложки соли. Итак, начнем. Опускаем в 1 стакан яйцо. Видите, оно опустилось. Во 2 стакан опускаем яйцо. И аккуратно сыпем соль. Удивительно! Оно поднялось! Дело в том, что соль повышает плотность воды. Чем больше соли в воде, тем сложнее в ней утонуть. Только относясь бережно и ценя ту силу, которую может дать вода, какое же самочувствие и душевное спокойствие вам гарантировано.